Док, давайте захватим этот контейнер с мусором. Что может быть противнее помойки? Док, я вижу мышь, которая роется в урне. Да, очень удобный случай для того, чтобы поиграть в кошки-мышки. Эй! Да, вывоз мусора – это, конечно, хорошо, но уж очень много шума. Какое удовольствие видеть его в прицеле моего огнемета. Пока, милый мышонок. Выше рокер из Марса. Выше рокер из Марса. Выше рокер из Марса. Рокеры с Марса. Мусорные войны. Авторы сценария: Брюс Шелли, Рид Шелли, Грег Джонсон. Композитор: Уилл Андерсон. Режиссер: Ричард Трублот. Сегодня санитарный день. Мы присоединяемся. Давно пора уничтожить этих любителей сыра. Да, эта операция что-то слишком затянулась. Я думаю, на сегодня хватит. Поворачивай! Игра не закончена, проклятые мыши. Этот чумазоид никак не успокоится. Ну что, братья, проявим характер? Да, как всегда. Вперед! Эй, Мода, расслабься, а то ползешь, как черепаха. Отстань, не мешай. Я должен сконцентрироваться. А может, нам стрельнуть пару раз по этой мусорной развалине, а? Вот так. Эй! Моя смекалка никогда меня не подводит. Слушай, смекалистый, сиди тихо и не мешай мне. А то получится, что ты уже не едешь, а летишь. Понял! Отлично! А ты не мог бы развить скорость побольше? Думаешь, стоит? Конечно, давай, нажми на газ. Вот так. Оу! Спасибо за совет, мне это нравится. Ну, я же просто хотел показать, как надо. Вроде бы они нас дразнят, док. Лучше следи за тем, куда едешь. Ошибка природы. А я позабочусь об этих проклятых грызунах. Внезапная огневая атака, брат. Особенно сзади. Что-то там болтается и не дает мне покоя. Мода, лови! Опа! А вы оба хотите от меня избавиться, да? Вот сюда. И сюда. Это было... Первый, а теперь второй. Не надо. Что вы собираетесь делать? Может быть, хватит с нас? Сейчас увидишь. Это мне не нравится. Внимание, братья! Они уходят! Ничего, вернуться! Отлично, отлично. Итак, весь Чикаго на следующей неделе, согласно нашему плану, будет завален вонючими помойками. Население не вынесет такой вони и покинет город.
Навоз? А вдруг жители начнут убирать мусор сами? А как они это смогут сделать? Мусор ведь надо куда-то увозить. А все земли вокруг города принадлежат мне. И бедняги очень скоро начнут покидать город. Как блестяще все продумано. Да. О, я сам иногда удивляюсь, откуда у меня такая гениальность? Таинственное появление огромного количества мусора на улицах парализовало нормальную деятельность городских санитарных служб. Из-за отсутствия уборочных машин жители вынуждены выбрасывать мусор прямо на улицу. Фу, какой ужасно мерзкий запах. Откуда он взялся? Надо бы выяснить. Эй, погоди минутку. Вроде мы на сегодня не планировали ревизию помоек. Боюсь, что придется запланировать. Ой, какая вонь. А вот это мне нравится. Палмер передает мяч Пеле. Пеле передает ему Бэби. А Бэби отбивает мяч. Гол! Мешка мусора как не бывало. А теперь станцуем буги. Так мы сможем убрать мусор еще быстрее. Воу, мама! Поднимем вихрь, танцуем твист. Винни направляет вихревой поток. Просто здорово! Ура, ура! Теперь я король помоек! Это точно! Я страшно разочарован, но... Разве я мог предположить, что эти грызуны с Марса окажутся настоящими любителями мусорных помоек? Что? О, любители? Ну, конечно, они любители, а мне нужны профессионалы. Настоящие профессионалы-мусорщики и настоящая помойка. Ну все, мы почти закончили, пора отдыхать. Ой, ужасный запах. Конечно, после того, как вы целый день собирали в мешке разные вонючие отходы, вас будут преследовать ужасные запахи. Нет, правда, чем-то пахнет. Похоже на запах грязных носков, тухлых яиц и... О, мама! Врачи мусорщиков! Привет, Чикаго, мы Хака. И Хонка. Мы братья мусорщики. Мы вам привезли немного сока, главное богатство планеты Плутар. Да, его там получают из жижи в мусорных баках. Тонна мусора, 100 литров сока. Ой, фу. Теперь придется сжечь всю одежду. А по-моему, тебе это к лицу. Да, хороший у нас видик. А еще порция. Совести у них нет. Ну и вонища. Ой-ой, что за гадость они делают на Плутарке, а? Мы еще кое-что для вас приготовили, дорогие грузаны. Помните хищный эликсир? Вашего любимого доктора Кармункула. Эликсир? Опять? Мы с ним уже знакомы. Да, но теперь нам все равно. Мы и так все в грязи. Мы же до новой встречи! Помните нас! Эти челюсти ищут жертву. Сначала пожуют железо, а потом дойдут и до нас. Нужно предложить им другое меню. Добавим немного специй. Правильно. О, боже, какая вонища. Ой. Может, им не хватает витаминов? А может, они захотели остренького, а?
Эти марсианские мины заменят им и то, и другое. Счет 3-2-1. Ну и никаких тебе проблем с желудком. Зато у нас есть проблема найти братьев-мусорщиков. А мне понравилась эта командировка на Землю. Хонка. Мне тоже, Хака. Отличная еда. Аппетитный запах. И, возможно, встреча с Мадонной. Благодаря этому вонючему потоку с Плутарка люди начали уходить из города, а мы станем продолжать нашу затею. Все получают важные задания, но не я. Вы думаете, я идиот? Привет! Много еще грязи разбрызгали? О, а вы что, приехали, чтобы нам помешать? Мы тут приготовили кое-что специально для вас. Хотите отведать? Мышки! Пора разделаться с путаницей. Ой, не надо, не надо, спасите! Ну, держитесь, я вам этого не прощу. Ай-ой-ой! Не трасся! Это не я, это шла! Я помогу вам сэкономить. Ваш праздник окончен? Под праздничный фейерверк! Опять? Ну уж нет, хватит! Разделаемся с ними до конца! Пусть заткнут свой грязный фонтан. Постарайтесь не ехать против ветра. Чтобы смягчить горечь поражения, давай еще как-нибудь напакостим, Хонка. Давай, а то после встречи с мышами-рокерами у меня плохое настроение. Знаешь, из этого получается очень вкусный кофе. Особенно, если перемолоть его с тухлыми яйцами и червяками. Я просто не понимаю, землян, как можно выбрасывать всю эту вкусноту на побойку. Примите мои поздравления, джентльмены. Если не считать то унижение, которому вас подвергли грызуны, то это была отличная работа. Чикаго скоро совсем опустеет, и город станет моим. Не напрасно же в этом году нам присвоили титул лучших помоечников Плутарка. А эти вонючие отбросы, есть их просто одно удовольствие. И мыться ими. И распугивать своим запахом землян. Да-да-да, это просто замечательно. Я ждал этого, ждал. Эта кошмарная вонь начинает проникать даже через экран монитора. Еще польза от мусора. Здорово! Итак, как я уже сказал, я жду от вас действий с недвижимостью. Кто ваш помощник? О, этот робот-молотилка. У него есть лицензия. Робот-молотилка, это звучит. Я хочу на него взглянуть до начала активных действий. Желательно проверить его способность по измельчению недвижимости. Сначала на чем-нибудь помельче, на мышах-рокерах. Это будет противно. Мерзко. Отвратительно. Мы с радостью это сделаем. Какая же противная вонь. Взгляните туда, братья. Похоже, что эти помоечники заметили наше прибытие. Какой-то странный, необычный робот. А это он в действии. Этот напиток хорошо бы смешать с тем соком. И с мышиными кубиками. Мягко говоря, он плохо
пахнет. Попробуй переработать это, помойная яма. И смотри, не подавись. Прощайте, марширокеры. Вы не сможете мне помешать, и я приступлю к переработке и упаковке всей недвижимости. Чумазоид, подготовься к выполнению нового задания. О, интересно, что ты там делаешь, а? Босс, у вас так много новых масок. Ничего, если я буду носить вашу старую. О, не хочу из-за него портить себе настроение. Маневр по преодолению препятствий номер 7. Номер 8. О, подзабыл. А этот не отстает. Хорошо бы перед заданием поесть куриных потрохов, свиных пятачков и крылышек навозных мух, а? И у меня будет вот такой живот. Я люблю это. Боевой маневр номер 9. А, вперед на врага! Передай мне, пожалуйста, соус, Конка. Какой тебе? Острый или не очень? А поострее. Конка, у меня такое чувство, будто грузины что-то затевали. А у меня такое чувство, что хорошо бы это узнать, Хако. Ну что, железное пугало, пригласишь войти внутрь? Изменим дислокацию. Я с тобой, Конька. Входите, ребята. Нет ничего страшного. Когда у тебя есть друзья. Братья-мусорщики дали противным мышам хороший урок. Настолько хороший, что они превратили в мусор своих же учителей. Заткнись. Опять у нас полный провал. Это уже 64-й провал. Думаю, мне лучше пойти погулять и выпить стаканчик чего-нибудь сладенького. Ой, что-то сегодня рано стемнело. Наверное, часы перевели на час вперед для экономии. Ой, ой! Так мы скоро весь город очистим от мусора. Мы хорошо освоили это железное чучело. Нужно только правильно делать наводку. Вот наша конечная цель. Самое грязное место. Да, 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 главнокомандующий. Я срочно отправлю его на планету Плутарк. Чего ты так разбухаешь? Лимбургер. У вас есть зонтик, надеюсь. Похоже, мы попали на вечеринку, Хака. Давай-ка поедим. Нет, нет, это так ужасно. Ничего нет хуже этого. Абсолютно ничего. Ну, разве только это? Нет! Да! Ты включил автоматический режим, Винни? Разумеется. А мне будет не хватать этого железного чучела. Мне тоже. Он так хорошо умел упаковывать мусор. Хороший он был парень. По-моему, нам пора ехать, пока улицы чистые, пока их снова не залили помоечным соком с Плутарка. Форсаж и вперед! Да, уже утро, так сразу. Надо перевести стрелки часов на час вперед. Конфетка! Я люблю начать день со сладенького. Сладкого никогда не может быть много.
Извините, кажется, я кого-то проглотил. Фильм дублирован в студии «Фортуна Фильм». Роли дублировали Елена Соловьева, Вячеслав Баранов, Рудольф Панков, Никита Прозоровский, Александр Рыжков, Сергей Чекан, Андрей Ярославцев. Режиссер дубляжа Ливия Шахалина, автор литературного перевода Ирина Амосова, звукорежиссер Владимир Венгеровский, инженер звукозаписи Илья Галанов.